25 октября в Тюмени – минус 1, в Сургуте – минус 2, в Нижневартовске – минус 1, в Казани – плюс 1. В Санкт-Петербурге – плюс 1, в Москве – 0. В Тобольске снег, утром минус 2, днем от 0 до минус 1. Ночью минус 3, ветер северо-западный до 2 метров в секунду.